ручки мотаться. На конкурс дети читают стихи. Город Кирово-Чепецк, детский сад номер 9. Меня зовут Марина. Мне 6 лет. Белорыбкина. Марина 6 лет. Мы с моей бабушкой написали для цветков. Мы с моей бабушкой старые друзья. Да чего ж хорошая бабушка моя. Складок дает столько, что не перечесть. И всегда в запасе новенькое есть. А вот руки бабушки — это просто плакать. Быть без дела.